В оконцовке тех морозов, которых лично на моей памяти не было, захотелось праздника. Да еще как захотелось. Захотелось солнца, тепла, а после 35, минус 8 это почти Сочи. Захотелось веселой компании. Всего этого, настоящего, русского захотелось. Россия, кстати, и теперь уже довольно заметно, возвращает традиции меценатства. И праздники, организованные не на бюджетные средства, привлекают больше внимания и проводятся веселее. Комплекс «Русские бани» на Малиновой в третий раз устраивает праздник Масленицы. Традиционно российский и с традиционными забавами. И уже не первый год, рассказывая вам о настоящем парении паром, настоящей дровяной каменке, о уровне сервиса и комфорта, пока еще не достигнутом нигде, понимаешь, тысячи магнитогорцев – это уже не разовые, а постоянные посетители. Ну а в такой праздник эти гости стали полноценными участниками действа. Лазали и на шест за богатыми призами, рубились подушками на бревне и перетягивали канаты. А призы, естественно, были предоставлены руководством русских бань на Малиновой. И тут надо объяснить, что стоимость минимального – это цифра с минимумом от 3 нулей. И это не лохотрон торговых центров. Это реальное желание делиться счастьем грамотно организованного и востребованного сервиса. Частые гости! Частые, очень частые. И очень приятно здесь находиться. Что вот сегодня? Вроде бы еще до весны-то далеко, Масленица. Нет, мы специально спланировали на сегодняшний день, вот это наш поход. И очень приятно все было. И вот сегодняшнее второе место, это наше. Мы специально спланировали. Вообще раньше вот можно было представить, что будет такой комплекс сделан, где можно будет не только попариться, но еще и повеселиться. Раньше здесь наши сады были, наших родителей. Когда-то здесь нормально. Сейчас это баня. Просто прекрасно. Ходим в сад, переходим в баню. Отлично, отлично. Как весело у нас здесь? Да, очень даже понравилось нам. Организовано очень. Мы уже не первый год, конечно, уже третий год мы ходим сюда, на Масленицу. Всегда весело. Конкурсы нравятся нам. А в баню-то ходим? В баню, да, обязательно. А какая самая любимая? Самая любимая? Богатырская. Да. А по парилке, в принципе, разница есть где? Или все одинаковые, такие же качественные, здоровские? Да, все качественные, здоровские. Главное, что они топятся дровами. Вот это нам нравится. Запах, приятная атмосфера, обслуживание. Вообще очень здорово. А такое бывает, что в Магнитогорске all inclusive? Да. То есть бутербродик, глинтвейнчик. Ну как, оно весело? Очень. Очень весело. Приехали сюда специально на праздник или побариться? И то, и другое. То есть совмещаем два в одном? Да. А часто сюда приезжаем? Очень. Ну что, приятного аппетита. Спасибо. А что решили сегодня попробовать? Шашлык пока. Как, вкусно? Да. Что вас привело вот после 35-градусных морозов сюда, в русские бани? По приглашению? Да. И часто вы здесь гости? Нет. А будете частыми? Да. Ну рассказывай, как оно? Настоящая мужская пища. Хорошо. Вкусно. Вкусно. Вкусно очень. А весело? Да. Действие по своим масштабам, естественно, вылилось за территорию комплекса. Любой желающий абсолютно бесплатно мог прокатиться на квадроцикле, детям пони, взрослым упряжка. Шашлык, плов, чай и глинтвейн. И то, что покрепче. И на следующий год надо подумать уже о банном фестивале. Благотворительная лотерея с шикарными призами. И это все для нескольких сотен гостей. Уровень призов в лотерее – это и пылесос, и караоке-центр, и телевизор. И это топ-3, как говорится. Ну а самый счастливый спалил чучело. Символ уходящей зимы и прошлого. Символ того, с чем надо расстаться навсегда. С горем, печалью, завистью. И наливаться каждый день силой, здоровьем и счастьем. И каждый день, а не только в Масленицу, в горячо натопленных и таких уютных банях с настоящим дровяным паром, комфортными бассейнами, умелыми руками парильщиков и по совместительству массажистов, делать это, причем не задорого, можно легко.